Доктор Дзян, мы обсудили возможные способы публикации работы. И у нас есть некоторые проблемы, которые мы хотели бы обсудить с вами. Просто назовите сумму. 400 тысяч. Идет. Я могу себе это позволить. Ты выйдешь за меня? Прости. Ты продал машину, чтобы опубликовать ее работу, верно? Сколько? Я заплачу. Это только между нами. Это не твое дело. Как смеешь ты так говорить? Где ты был? Все эти 3 года. А? Ты не любишь ее, так как я. Дай-ка я их заберу. А вы... забудьте, мы поехали. Я знаю, как я был неправ. Прости меня. Ты куда? В туалет. Ты вернешься? Да. Тогда иди. И возвращайся скорее. Хорошо. Ты только вернулся. Сколько продлятся съемки шоу? Около месяца. Тогда ты не придешь посмотреть на мой финал? Мне нужно ненадолго уехать, чтобы облегчить боль. Доверяю Сяоси тебе. Позаботься о ней. Да знаю я. Иди уже. Парковка у аэропорта дорогущая. Пока. Дорогая, как личный агент Мангаки, я встречусь с издательством от твоего имени, чтобы обсудить детали. Вперед. Дзянчинь. Ты сильно устаешь в последнее время? Нет. Что мы будем есть на обед? Хого. Опять хого. Почему мы вечно едим хого в такую жару? Тот ресторанчик просто замечательный. Я слышал, что хого для парочек очень вкусный. Я так хотел съесть его вместе, что не могу ждать до зимы. Что такое? Жарко. У меня ладошка вспотела. Так лучше?
Этот тост за нашу Дзин Сяо, новоиспеченного аспиранта. До дна. До дна. У Дзин Чэня проблемы с желудком. Я буду пить за него. Чэн Сяоси не нужно публично демонстрировать чувства. Никто не заставляет Дзин Чэня пить, ясно? Я доброволец. Много не пей. Сегодня можно, я так счастлива. Что ж, выпьем за завершение моей первой маньхуа. За это стоит выпить. Дрогнем. Выпьем за то, что моя команда по киберспорту прошла финал ВИСЯ. Выпьем. Я знаю, что WS — это туалет. А что такое WCA? Чэн Сяоси, ты чего такая темная? Это мировая киберарена. Сама ты туалет, ясно? Тебе штрафной бокал. Хорошо, штрафуй, я выпью. Пойдем домой, маленькая пьяница. А ты просто улыбнись. Улыбнись. Что ты задумала? Хочу потыкать твои ямочки на щечках. Чэн Сяоси. Кто я? Мой парень. И как зовут твоего парня? Дзин Чэнь. Хочешь спать? Нет, не хочу. Тогда составь мне компанию. Каждый раз, напиваясь, ты становишься такой милой. Чэн Сяоси. Если я сделаю тебе предложение, пока ты пьяна, это будет считаться, что я жалкий, пользуюсь твоей беспомощностью? Нет, не будет. Ладно. Делаю предложение. Ты? Ага. Хорошо, я согласен. Чэн Сяоси, ты только что сделала мне предложение. Я согласился только потому, что это ты. Я подумал, ты сбежала от брака. Давай завтракать. Чэн Сяоси, ночью ты сделала мне предложение. Я видел твой паспорт на столе. Мой тоже при мне. Как насчет того, чтобы в перерыве подать заявление? Ты вообще о чем? Я не понимаю. Не притворяйся, будто ничего не было.
Я знаю, что ты помнишь. В чем дело? Я не хочу выходить за тебя замуж. Я не выйду за тебя. Как это понимать? Доктор Дзян. Доктор Дзян. Доктор Сунь просил передать вам заключение. Могу я попросить вас об одолжении? Сюда, заходите. Чэнь Сяоси, выходи за меня. Суму сказала, что ты плакала, потому что я не сделал тебе предложение. Мужчина должен первым это делать. Понятно? Так ты согласна? Спасибо, Чэнь Сяоси. Ты помогла мне обрести любовь, которую многие не могут найти. Почему ты вдруг говоришь такие трогательные слова? Она сказала, что делая предложение, я должен это сказать. Закончила думать? У меня скоро операция. Ну, может, тогда сначала проведешь операцию? Дай мне подумать. Хватит думать. Рано или поздно ты все равно скажешь «да». Тогда скорее показывай кольцо. И что? Раз ничего не писал, зачем крепил? Чтобы шарик не так быстро взлетел. Разве у тебя не операция? Я соврал. Ладно. Когда ты все это приготовил? Только что. Где ты нашел эти уродливые шары? Это резиновые перчатки, наполненные гелием. Токсичный газ. А ты не мог надуть их чем-то безвредным? Хочешь меня убить? Чэнь Сяоси, в школе ты спала на всех уроках химии? Гелий – инертный газ, который легче воздуха. В крупных больницах все аппараты МРТ работают на гелии. Звучит круто. Глупышка. У меня сейчас амбулаторный прием. Отдохни, вместе пойдем после работы. Дэн Чэнь? Да. Это мое кольцо. Я его купил. Ага.
Чэнь Сяоси, ты что, собака? Не отходи от меня, ладно? Обещаю, больше не буду кусаться. Будь осторожен, по дороге домой. У меня завтра выходной. Хорошо. Иди домой и ложись пораньше. Я пить хочу. Там внизу есть магазин. Я есть хочу. Там же есть и лапшичная. Мне немного неловко от того, что ты пришел ко мне в тот же день, что и сделал предложение. Я же здесь не первый раз. Это другое. Скорее возвращайся домой. Пока. Пока-пока. Ты чего? Давай немного поспим. Сяоси. Да, мам. Чем занимаешься? Сплю. Ты спишь целыми днями. Когда ты уже найдешь себе парня и познакомишь нас с ним? Ты зачем звонила? Я хотела с тобой поговорить. У моего хорошего друга есть сын твоего возраста. Вы работаете в одном городе. У него большая фирма. Мам, ближе к делу. В общем, я хочу вас познакомить. Можешь пожаловаться ему на тоску вдали от дома. Ведь между тобой и Дян Ченем, и тем смуглым, ничего нет. Ведь так? Мам, ты сейчас тактично намекаешь на свидание вслепую? Я не пойду. Добрый вечер, это Дян Чен. Мы уже вместе с Чэнь Сяоси. Я навещу вас позже. Она хочет тебе что-то сказать. Чэнь Сяоси, ты же сказала, что спишь! Мам, что-то со связью, кладу трубку. Видишь, все сделано. Видишь, уже поздно. Быстро шуруй домой. Принеси мне воды. Он принимает душ? Винси, я буду спать. О чем думаешь? Думаю о жизни без тебя. Если бы меня не было, ты бы нашел девушку. Гораздо выше, стройнее, симпатичнее, милее и умнее меня. Это да. Почему ты опять плачешь? Ты бессовестная скотина. Я буду тебя преследовать вечно, даже если умру и стану призраком, гад ползучий.
Что ты делаешь? Что ты хочешь? Почистить зубы. Не смей. Это моя щетка. Засранцам запрещено чистить зубы моей щеткой. Закончила меня ругать? Нет. Ты неблагодарная булочка. Если хочешь найти кого-то получше, вперед. Иди и найди. Иди. Отпусти меня. Боюсь, внутренними повреждениями не отделаюсь. Ты заслужил. Я падаю. Чего тебе? Чэнь Сяоси. Встань и вытри лицо. Вытрись. Нет. Вставай. Посмотри на себя. Нравится, когда от слез глаза огромные, как грецкий орех? Не твое дело. Хорошо, можешь спать дальше. Ты чуть кожу с лица не содрал. Не нужно меня уродовать, если хочешь найти новую девушку. Ты в порядке? А? Соседи сверху крушат все целыми днями. Я привыкла. Сколько сейчас времени? 2 часа ночи. Что-то не спится. Просто ложись и спи. Я не уйду, пока ты не заснешь. Дянчинь. Что? Ты правда хотел сделать мне предложение? Или ты сделал это просто из жалости? Правда хотел. Дянчинь. Ты правда найдешь девушку? Гораздо выше, стройнее, симпатичнее, милее и умнее меня. Мир не такой маленький, как твоя ванная. Я смог найти тебя. А это не так легко. Что? Я не поняла. И моя ванна не маленькая, понятно? Спи уже. Дянчинь. Ну что такое? Я хочу почистить зубы. Я забыла. Спокойной ночи. Впрочем, ты не впервые забываешь об этом. Но теперь ты не забыла. Тогда почему ты вечно забываешь, как сильно я тебя люблю? Я очень люблю тебя.
И даже если другие девушки выше, стройнее, симпатичнее, милее и умнее тебя во всем мире, мне все равно. В этом мире нет девушки выше, стройнее, симпатичнее, милее и умнее меня. Просто нет. Спокойной ночи. Еще слово, и я не буду таким приличным. А кто просил тебя быть приличным? Тогда не пожалей об этом. Кто это пожалеет? Дзянчэнь, подожди меня. Я сейчас умру. У тебя тяжелый рюкзак. Кто тебя заставлял тащить столько книг? Уж точно не я сама. Лубо Сун положил все свои книги ко мне в сумку. Говорит, боится, что меня сдует ветром. Ты и сам только что видел. Он иногда бывает таким глупеньким. Нужно больше книг, чтобы не сдуло. Ну подожди меня. Зачем мне это? Подождешь и не будешь жалеть о своих лучших годах. Ты мыла руки после туалета? Не, и что? Вставай. Подъем. Я не завтракаю. Не будешь есть завтрак, что я приготовил? Но я хочу спать. Ты спала достаточно. Но вчера вечером я устала. Ты чего краснеешь? Ты разве не доктор? Ты ведь лучше всех знаком с устройством тела человека. Ты же нарисовала сотни манекенов. Чего так краснеешь? Все равно я видела их не так часто, как ты. Так будешь или нет? Конечно, буду. Открой рот. Пить хочешь? Все еще хочешь спать? Ага. Тогда спи. Дзянчэнь! Расслабься. Просто хотела сказать, что проснулась. Еще есть хочу. И отнеси меня почистить зубы. Максимум до гостиной. Вперед!
Пошли на кухню, на кухню. Я хочу пить. А у самой ног нет? Неа, совсем нет. И почему я так хочу есть? Уже полдень. Что хочешь поесть? Может, сначала наденешь фартук? Чего начнем готовку? Супа. Его долго надо варить. И как его варить? Просто порежь и положи в кастрюлю. Тогда ты режь. Ты же доктор и к ножу привык. Это скальпель. У тебя есть скальпель в сумке? Есть. Почему ты такой ненормальный? Даже скальпель при себе. Я могу быть еще ненормальным. Показать? Не нужно. Нормально добавить столько воды? Почти. Или... может, поедим в кафе? Ешь дома. Кусочек для тебя. Ты вообще солила блюдо? Ты его солил, понятно? Избыток соли – причина повышения давления. Я наелся и не хочу есть суп. Тебе не скучно? Нет. А давай я лягу на пол, а ты будешь катать меня ногой туда-сюда. Чэнь Сяоси, тараканы в твоей голове еще запущеннее, чем я думал. Благодарю за комплимент. Я не стирала вещи. Я постирал то, в чем ты вчера была. Откуда у тебя одежда? Я всегда на дежурство беру сменную. Думаю, даже труп смогу найти в твоей сумке. Повесь одежду, а я схожу в магазин. Я не хочу. Хорошо, давай. Хорошая девочка. Ну кто уходит без ключа? Мама? Пап? Почему вы здесь? Твой папа приехал на медосмотр. Мы встретили Дян Чэня на лестнице и пригласили зайти. Ты чего замерла? Сходи, принеси отцу воды. В доме есть вещи Дян Чэня? Скорее спрячь их, пока отец не увидел. Его одежда на балконе. Забыла забрать. Что делать? Тогда притворись, что собираешь одежду. И сбрось его одежду вниз. Чем старше, тем мудрее. Пап, где ты взял алкоголь? Не вмешивайся. Сяоси, ты это куда? Мама сказала, ночью будет роса. Сказала собрать, чтобы не промокла. Что ж, выпьем. Дян Чэнь вырос на наших глазах. А сегодня давай выпьем
и поболтаем. Давай. Вы поглядите. Хорошо, давай. Час спустя. Давай полегче. Дзянь Чэнь, давай, выпьем. Дзянь Чэнь, мою дочь, мою Сяо Си можно описать одним словом. Лучшее. Да, дядя, лучшее. Это тест на алкоголь? Ты же говорил, что так будешь проверять зятя. А что не так с моим умением пить? Моя способность. Сяо Си, я же хорош в выпивке, да? Дзянь Чэнь, ты в порядке? Видишь, ты посмотри на себя. Хватит, больше никогда не пей. Пошли в комнату спать. Я говорю тебе. Пойдем. Я в порядке. Пойдем. Помедленней, позаботься о нем, хорошо? Ты пьян? Ложись здесь, поспи. Что такое? Я расскажу тебе историю. Глубокой ночью в лесу было тихо. Звезды моргали своими глазами. Большими. Сверкая и мерцая. Но мы уже легли спать. Стражи маршировали, тянув носки. Они защищали нашу прекрасную жизнь. Знаешь, кто был их лидером? Кто? О, черный котик-детектив. О! Хватит пить. Пи давай, спи. Ложись спать. Ну что такое? Я хочу найти Чэнь Сяо Си. Я и есть Чэнь Сяо Си. Ты немного похожа. Хорошо, ложись. Ты правда Чэнь Сяо Си? Я действительно Чэнь Сяо Си. Чэнь Сяо Си, я так скучаю по тебе. Любовь так прекрасна. Сяо Си, поставь автограф. Моя племянница хочет похвастаться в школе. Нет-нет, у меня ужасный почерк. Да ладно тебе, я не буду придираться. Теперь Сяо Си не может вот так давать автографы. Почему это? У Сяо Си будет автограф сессия. Что? Твоя маньхуа хорошо продается. Издательство организует автограф сессию. Мои поздравления. Ты это серьезно? Люди правда придут? Обещаю. Там будет море людей, аплодирующих тебе. Позвоню всем, чтобы пришли на мой триумф. Похоже, артериальный катетер не закрывается. Назначь обследование. Хорошо, доктор. Алло. Дзянь Чэнь, в субботу у меня будет автограф-сессия. Это потрясающе. Еще как. Ты должен там быть. Я решила сделать первую сессию в нашем книжном. В эти выходные у меня семинар в другом городе. Когда я вернулась, я решила углубиться в астрономию. Хорошо. Но дорога научных исследований полна трудностей. Тебе стоит обсудить это с семьей и заручиться поддержкой. Хорошо. Простите, мне нужно ответить. Алло, Дин Сяо. Что такое? Хорошие новости. Моя маньхуа имеет успех. Издательство организует мне автограф-сессию. Серьезно? Серьезно. Ты обязана быть в эти выходные. Сяо Си, ты занята? В воскресенье мы с руководителем едем на горную метеостанцию. Ну что ж, ладно, не забудь сделать несколько фото для меня. Ну пока. Я хочу передохнуть после фотосета. Босун, ты сейчас на пике популярности. Перерыв – это большая роскошь. Я сейчас как раз ищу новое шоу для тебя. Для раскрутки романтических отношений вы Сяо Си...
Да. Алло, Вубасун, в эти выходные у меня автограф-сессия. Придешь? Не могу. Мой график слишком плотный в последнее время. Коротышка Сёси. Да, чего тебе? Луян, в эти выходные у меня автограф-сессия. Придешь? Не пойду. Ты зовешь меня только чтобы похвастаться. Просто приходи, ладно? Лидер Лу. Все, у меня дела. Вы сфотографируетесь с нами? Хорошо. Сяоси, у тебя нет друзей? Это у тебя их нет, понятно? Вот в чем дело. Мы выросли, и у всех свои дела. Не просто собрать всех вместе. Это нормально, если ты не сможешь. Пофиг. У меня все еще есть фанаты. Любовь фанатов придаст мне сил. Крепись. Юная мангака Чен Сяоси. Любовь так прекрасна. Автограф Соси. Еще рано. Скоро будет больше людей. Начинай пока подписывать. Болтай побольше с читателями, нарисуй им что-нибудь. Свяжусь еще раз с издательством, уточню, достаточно ли было рекламы. Веселей. Я вас обожаю. Спасибо. Я тоже тебя люблю. Чен Сяоси, на автограф-сессию пришло 10 человек. И тебе не стыдно было звать нас сюда? Луян, заткнись. Ладно. Ничего, добавь нас и будет 14. Если округлить, то получится около 400 или 500. Давай скорее, мы решили пообедать вместе. Ты не могла нарисовать меня получше? Ты так и выглядишь. Чего? Что? Посмотри сюда. Пойдемте уже есть. Сегодня Чен Сяоси снова спалила кухню. Иногда я думаю, в чем я согрешил в прошлой жизни. Моя обреченная любовь к ней, должно быть, началась тогда же. Ты мне нравишься. Похоже, в этом году в школе снова упадет средний балл. Ага, на 5 пунктов ниже, чем в прошлом году. Она вечно не понимает моих слов. Мне тоже это не понять. У нее такие короткие ноги. Но как она так быстро бегает, преследуя меня? Подожди меня! Подожди, чтобы ты меня пнула? Я часто шел быстрее, чтобы посмотреть, догонит ли она меня. Я не ожидал, что она и правда меня догонит. Тогда я начал ждать ее и невольно за ней наблюдать. Это было здорово. Чен Сяоси, быстрее. Ладно. Сян Шаолун сорвалось с ее маленьких губ. Он осторожно взял бокал вина из ее руки. И тогда я понял, что Чен Сяоси одна большая проблема. Чен Сяоси! Каждый день она что-то творила. А последствия приходилось разгребать мне. Нет, нет. Учитель, нарушение личного пространства учеников запрещено правилами. И первую рецензию я написал, чтобы спасти ее. Но я чувствую, что рецензия она писала лучше меня. В чем дело? Как можно было такую сумму забыть в туалете? Чтобы вернуть собственные деньги, мне пришлось помогать учителю с докладом. Я переписывал его на уроках и после них. Я даже не знал, о чем тогда были уроки. Учитель.
Собранные деньги у меня. Босс, но иногда она вообще не заслуживала сочувствия. Босс! Я думаю, что Сяо Си милашка. Я найду себе такую же девушку. Ни за что. Я работаю над выпускным проектом сейчас. Глупышка. Чэнь Сяо Си, мне было стыдно за тебя. Да, я начал ревновать. Переводим в школу-интернат. Потом я узнал, что она переведется. Ночью не смог сомкнуть глаз. Я вдруг испугался, что она и правда уйдет. Так что я решил простить ее в одностороннем порядке. Я постарался избавить другую школу от чумы. Она переводится. В другую школу? В другую школу? Я пойду и спрошу. Я не буду переводиться. У нас замечательная школа, и учителя хорошие. Я начал понимать, что она действительно довольно милая. При мысли о ней я не мог сдержать своей улыбки. Щенок обрезал по дороге домой. Какой щенок? Он грязный. Неважно. Он немного шумный. Иногда меня так и тянуло позаботиться о ней. Пошли. Порой мне так и хотелось подразнить ее. Вот это? Да. Но каждый раз, когда я делал что-то для нее, она выводила меня из себя. Ты не справишься. На выборах староста я проголосовал за другого. Почему она бегала по площадке с другими? Я жутко злился при виде этого. Я не понимал, что уже тогда был влюблен в нее. Жизнь такая долгая. Думаешь, лучше тебя никого не найду? Она сильно плакала в тот день. Внезапно я понял, что не допущу, чтобы она так плакала в будущем. Кажется, у меня не очень получилось. Казалось, мы были с ней на разных волнах. Зачем тебе подработка? Набраться опыта. Я против. Давай. Расстанемся. Ты понимаешь, что говоришь? Тогда я думал, она это просто из-за вредности. Она успокоится и все наладится. Я осознал, что был слишком легкомысленным. Дзянчэнь. Да. Ты мне звонил? Ошибся номером. Тогда я сменю номер. 3 года в больнице Сяхе пролетели как один. У тебя есть девушка? Есть. Но я себя хорошо знал. День за днем я чувствовал, будто ношу свитер задом наперед. Чувствовал себя неуютно. Становилось трудно дышать. Чэнь Сяо Си! Поэтому я должен был вновь ее найти. С кем бы она ни была. Ты лапшу пересолил. Почему ты заблокировал дверь? Чэнь Сяо Си, ты идиотка. Садись спереди. Как думаешь, мне проколоть уши? Мне пойдет? Мне не нравится. Не ожидала, что ты будешь так категоричен. Думаешь, все эти 3 года мы были в ссоре? Мы все равно будем вместе. Знаю, я очень эгоистичен. Но она такая милая. Она могла не только терпеть мою холодность, странность и упрямство, но и полюбить это. Такое существование значит, что либо она притворяется ради меня, либо она чокнутая. И я счастлив, что заполучил эту чокнутую назад. Сяо Си, я ценю, что ты смогла вернуться. И мы начали все сначала. Кто в Дораме вам понравился больше всего? Ну, конечно, Вубосун. Он лучший. В конце концов, бриллиант довольно большой. Thank you.
也许是仙女施了个魔法，变出你和我对话。 这繁华世界让人应接不暇，哪里会让我停下？别管它，被怀疑，被打压，静下来听心底的回答。是什么失去了心会痛？你明白呀？告诉。 我这是梦吧，是我的梦话，描绘未来的那个充满我爱的事的假梦里，所有挣扎破除了牙。你在哪里？微笑看我，温柔地说，来吧，别害怕。 满腹辛劳，满后喑哑，初心燃一路芳华。告诉我会实现吧，是我的梦话，描绘未来的那个装满我爱的所有的假梦里。 所有磨难开出了花，你在哪里？微笑看我，温柔地说，来吧，别害怕。温柔地说，来吧，别害怕。